опробовал ряд самых различных оздоровительных средств. Ну, допустим, я занимался тяжелой атлетикой. Можно накачаться, быть таким сильным, здоровым. Можно голодать, все сбросить. Вот. Можно там питаться. Можно еще что-то делать такое, знаете, ну, следить за этим вот это. Особо твое внимание уделено на это. Но как только ты все это прекращаешь делать, либо там, ну, допустим, сейчас неимоверно популярен эта система телостроительства, различные добавки, спортзал, люди качаются, протеин принимают. Вот, как только они это все перестают делать или хотя бы уменьшают, то все, что там они достигли, или большая часть того, что они достигли, опачки, и ушла. То же самое, вы поголодали, все у вас тело гибкое, юное, молодое, знаете, тут такой контраст бывает, особенно если длительный срок, что вы получили вообще новое тело. И как бы сказать, жалко его вот там вот засорять какой-то там естественной пищей, как сейчас говорят, неживой, ну хотя и тогда говорили, неживой, мертвой, искусственной, рафинированной, консервированной. Но тем не менее, допустим, вы голодали 20 дней, пусть месяц вы прекрасно восстановились, пусть месяц, два, три еще как-то там продержались, все это хорошо. Но так как мы живем в обществе, то что возникает? Возникает, вас куда-то приглашает на какой-то банкет, предстоит поездка куда-то, где с этим, с питанием там трудно все это дело организовать, и вы потихонечку скатываетесь к тому, с чего начали. А вот другое дело, вести срединный путь, быть вот во всем умеренным, разумным, и тогда многие вещи, такие вот эти резкие какие-то регулировки, вам не понадобятся.